актриса театра и кино, души не чает во внучке, но отказываться от работы и полностью погружаться в воспитание наследника пока не намерена. Народная артистка РФ Ольга Остроумова в пятый раз стала бабушкой. Внучку ей подарила старшая дочка Ольга. Радостное событие в семье произошло несколько месяцев назад, но поделиться им с публикой знаменитость посчитала нужным только сейчас. Внучка родилась 3 месяца назад, дочке 47 лет, и она родила девочку. По признанию Остроумовой, ей нравится быть бабушкой. Однако, несмотря на любовь, трепет и заботу о внуках, оставлять работу и полностью погружаться в воспитание наследников Остроумова не собирается.